Ту-ту. Вот, эта песня была написана в электричке. Вот, там, короче, сломали ребро нашему барабанщику, и мы решили написать про эту песню. Но на самом деле такого не было. Но мы ее как-то, короче, написали. Здесь Олег Киричук есть вообще? Короче, это он предложил. Олега Киричука кто-нибудь знает? Вот, короче, передай ему привет. Это он придумал название для нашей песни. Короче, такие думайте, что я буду петь. А я не буду. А это не потому, что я забыл слова, их тут просто нету. А что вы хлопаете, мы это... Это еще не законченная песня. Кто хлопает, получит скидку Екатерины Крылюк. А вот теперь законченная песня. Это, у тебя попить есть еще? Опа! Это кто-то оставил. Это, короче, группа Мизантроп, наверное, оставил, но я попью. Слушай, она со вкусиком каким-то?